Добрый день! Мы находимся в Арабских Эмиратах. Сегодня 9 февраля, город Шарджа. Вот пришли в магазин, как русские его прозвали, паровозики. Вот, посмотрим, что тут есть. Магазин обуви, футболок. Души без сенсе. Стиль черные напитки популярные. По все стороны магазин. Что-то по 55. Платки. Ты хотел платки, Наташа? Здрасте. Россия, спасибо. Не. Очень дорогой магазин, действительно. Цены, которые есть, очень дорогие. О, сувениры. Здравствуйте. Тут сувенир разнообразный. Черепахи, жабы. Вот тарелочки. Наверняка сейчас будет дешевле. Спроси, почем тарелочки. А how much? Вот это 20. 20. Понятно. 20. Качешь? Нет. Скидка есть? Не, ну. Даем скидку? Не. Давай. Вот. Реклама. Реклама будет. А 90, вот это торговли нет у вас. Давай. Не, спасибо. Магнитки не хочешь? Не. Спасибо. Взяли. Бивальбуки. Лампы всякие. Часы, писи не хочешь. Все очень дорого. Такой же мы купили за 10, 180 рублей тарелочку. Это, как я понял, золото. Ну, честно говоря, делать здесь нечего. Что их все так нахваливают, эти паровозики. Ну да, много разных магазинов. Ну, честно говоря, абсолютно дорогих и ненужных вещей. Наш магазин всегда будет. Да. Так что. Так гулять сюда прийти. Пройтись. Да уж далековато идти. Ну да. Нет, все равно на набережную идти. Часы, такая. Часы. Спортивная одежда. $35. Дорого. А где магазин этот с одного по 10? Эти футболки по 10. Знаете. Реаловский под обувь. Ивентус, Реал Барселона. Маленький 20. Костюм 75. В общем. Честно говоря, делать здесь нечего. Сейчас пойдем на рынок Аль-Джазир. Думаем там что-нибудь приобрести. Может быть, фруктов или морепродуктов. До свидания.